Jesus. Сообразили стол? Раскладной. Еще один штрафоверт. Стол готов. Главный шулемщик нашего цеха из Транснефти, лично Шамиль Койтемиров. Валейкум ассалам, Альберт, мы тебя видим. Валейкум ассалам, Салаудин. Валейкум ассалам. Закуска пива, свиные уши. Шамиль. Камиль. Аташка. Ты пример подал. И Заур. Салам алейкум. Не-не. Наглые глаза-то что увидят, да, бейс? Лево, что ли? Солнце. Пчела, которая встретилась нам во время рыбалки. Привязалась к стакану с грушевым напитком, которого уже там нет даже. Сначала улетала, потом привыкла к нам. Уже просто делала то, зачем прилетела. Кушала, облизывала сладкий напиток, который любят все дагестанцы. Грушовый денеп. У нас во дворе тоже есть соседские пчелы, которых даже можно погладить. И они чуть короче и как будто бы потолще. Бочонки. Их может быть там у нас 15-20 летать возле крана, где они прилетают воду пить. А ты спокойно подходишь, набираешь воду себе, делаешь то, что хочешь, они на тебя не обращают внимания. Ты можешь даже погладить их пальцем. Thank you.
другое место. Следующий день. Здесь рыбы нет. Одну щуку только поймали, килограммовую. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Аллах баллодан сахласын. Еще одна рыба на пятой минуте. И так каждые 3 минуты по одной рыбе. И на поджарку 15 штук. Вот зрители. Болельщики. Это спортивная рыбалка. Прошел Камиль и начал клевать. Мы верили в него до последнего. Лично о себе могу сказать. Так, ты с запасом, короче, закончил. Сейчас как раз подготовительные работы, 6 минут пройдут. И следующие 3 минуты, то есть, в общем, на 9 минуте ты должен уже быть с третьей рыбой. Балда. Имей в виду, маленькая, вот большая разницы это нету. Уха намечается. Рыба, которую мы поймали, приняла позу. Ты чё быкуешь, гонишь что ли? Как тебя брать?
Вау! Машалла, красиво. Уехал, что ли? Может, хотя бы этот малек выпустить, что ли? Дай-ка мне. Я почищу. Давай. Вот. На живца, бля. На живца? Да, ладно, нет. Вот посмотри на этого балба. Вот это окунь, да? Живца тут проглотил, походу, падла, бля. Ты не жилец. Так что живца можно закинуть. Нету, да, Тама? Шок, третий размер есть, что? А? Померил с тапочки. Да, я тоже. Тут тоже так же. Вот она тоже будет Шамиль уехал. Даже не попрощался ни с кем. Сволочь. Шамиль тебе никому ничего не сказал, свалил, а? Сожгли. Мы не выбрасываем, мы сжигаем. Бисмилля. Легкий храп появился. Камиль и Расул уехали домой. Чего ты притворилась мертвой, что ли? Ты же шустрая. Ох ты. Салаудин тоже уезжает. Едет прощаться, потом обратно поедет. Салам алейкум. Все, уехал Салаудин. Камиль, смотри, что я нашел. В рюкзаке у себя. Так, я вот красота. Домой тоже набрал. Жене подарю для декорации. И так поджигать от комаров. Килограмма. О, есть, я думаю. С краснородой. Это кровь пошла. Щука. Громадина, да? Да, машалла. Как вообще отдых? Четко. Самые сильные втроем остались. Чтобы выжить, смотрите в следующих сериях. Решил пройтись по ней на тот берег. Красота. Здесь видно, есть рыба или нет.
Итак, вот у нас сколько рыбы. Готовая, очищенная для ухи. Альберт. Оставал боящий. Курица. Баранина. Ничего, да? Ничего, как там, да? Stop fighting me, stop yelling me, it's my life. It's my life.